Конечно, можно было. И мы работали над этим. Возможно было бы в том случае, если бы мы договорились бы с российской стороной и сделали бы перезахоронение вместе. Так что там участвовали бы и эстонские официальные лица, официальные лица из России, представители разных религий, чтобы это было бы сделано со всеми почетностями, торжественно, тогда это было бы возможным. И мы очень долго работали над этим. Но этого не получилось. Вот это как раз то, о чем я не хочу говорить. Это и есть спекуляции. Я могу сказать, которые сейчас основные вопросы, чем я занимаюсь как министр иностранных дел. То это действительно, это те вопросы Евросоюза, это безопасность, это терроризм, это миграция. И, конечно, как министр иностранных дел, я считаю очень необходимо встречаться с людьми и объяснять. Поэтому я езжу всегда в Итавирума, встречаюсь там и с студентами, со школьниками, просто с людьми. Потому что эти вопросы интересуют сегодня всех. Люди спрашивают, люди беспокоятся, и я обязана отвечать как член правительства и как министр иностранных дел. Ну, конечно, об этом спекулируют. Нет, ну не спекулируют о том, что они с Украины придут в Европу, но идут же в разных think-танках и в разных газетах, журналах, пишут о том, может ли быть Нарва следующий или может какое-то прибалтийское государство быть следующим. Такие спекуляции есть. Во-первых, я думаю, что эти спекуляции ни к чему не приведут. Что отличает нас от Украины, это то, что мы члены Евросоюза, мы члены НАТО. А НАТО, коллективная оборона, это не шутка, это очень серьезно. И я уверена, что это знает и президент России, и другие люди, кто принимают там решения. И в этом смысле я очень надеюсь, что никаких таких попыток с российской стороны не будет. А что касается провокаций или каких-то недружественных актов, то к этому мы готовы через свою защиту, через свой кайцелит, через свой кайцеваки, ну и также вместе в сотрудничестве вместе с нашими союзниками. Но очень надеюсь, что этого никогда не понадобится. Это здесь никакого сомнения нет. Это несравнимо. Посмотрите по любым рэнкингам. Где стоит Эстония, где стоит Украина. Эстония стоит где-то в числе первых 20 государств, а то, может быть, и выше. Украина где-то идет около 100 или еще дальше. Я думаю, что Эстония... Да, у нас есть случаи коррупции, но что важно, что мы занимаемся этими вопросами очень серьезно. С украинской стороны еще надо много проделать реформ, чтобы там могла бы коррупция кончиться, чтобы ее вообще не было. Им еще следует много по этой теме работать.